Ну шо, полетели? Приветствую тебя, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, если тебе нравятся роллинги, то ставь лайки, хочешь оставить заявку, оставляй, ссылка в описании, от 50 тысяч самоцветов. Ой, меня просила жена не кричать, а я что-то разорался. А сколько у нас времени? А у нас 10:30 вечера, а в Москве сейчас 10:30 вечера. Ну что, будем ролить? Будем ролить, друзья. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Norimro. Все мне это знакомо, я уже на этом аккаунте когда-то ролил. Он находится, в свою очередь, в гильдии под названием Heaven. Вот, и два облачка. Атака фортов 20:00. Пропуск БГ, кик. Айдишка, ВКшечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ратникова 26. Как же трудно, когда... Во время видео тебе хочется зевать, и как бы вроде это неприлично, и вроде сдержаться сложно, блин, пипец. Что у нас по аккаунту? Аккаунт 177 тысяч самоцветов, задоначено. Ну, короче, бездонатный аккаунт. Идем дальше. Что у нас не хватает по героям? Что у нас не хватает? Так. Фобос, какая-то стандартная фигня. Ну, Мэри это донатная шмаль, понятно все. Вальтор донатная шмаль. Зефирик донатная шмаль. Королева Ос Фобос. Ну, королева для коллекции. Седны нету, серьезно, жестко-то как. Дуэлянт донатная шмаль. Полярный лист донатная шмаль. Оккультист. Разрушитель донатная шмаль. Свален. Кибард донатная шмаль. Слушайте, Ребзя, как, на какой аккаунт не зайду, везде одних и тех же героев не хватает. Но здесь вот разнообразие, Бугимена нету, да, и Седна. А так, Свален, Скиталец, Оккультист, Фобос, и вот это вот все. Сколько-то вот карточек давайте в конце откроем, когда буду с вами прощаться, друзья. Или с тобой. Как мне обращаться? Мне вас сразу всех округлять или... каждому лично обращаться. Полетели ролить 57 тысяч самоцветов. Возможно, даже накопленные, а может, не накопленные, не знаю. Так, давай. Вообще тут, конечно, Фобус, оккультист, вот это вот все. У тебя Бугимен, Седна. Космо! Вот смотрите, вот я там прошлые роллинги были, не хватало космо. Космо же, фиг ты выбьешь. Космо, и вот фигушки, если у тебя не хватает. Ну, не выбивается, сволочь такая. А когда космо есть, ну да пожалуйста, вообще без проблем. Просто изи. Изи вин, короче. Изи вин, друзья. Ну давай, давай дальше. Что тут у нас? Опа-па, ледяной феникс. Ну да, но если бы у нас, к примеру, ледяного феникса не хватало, мы бы его опять же не выбили бы, понимаешь? Не выбили бы. Влад Дракула, наемный убийца, кристаллический эктоплазм. Королева Змей, снайпер там. А что, недостающих героев не будет, да? Триант. Гаргул. Наемный убийца, инженер, студенческий рыцарь, ледяной дьявол. Так. Ну-ка, Тритон, инженер... Ну что ты, где герои? Дед Мороз, так, подожди, Саша, не кричи. Сдерживайся. Да, пускай герои не падают, но если будешь кричать, то тебя жена ушатает. Саша, не кричи. Саша, не кричи. Не кричи, Саша. Саша, ты можешь. Саша, не кричи. Выбили скитальца. Ну, скорее для коллекции, наверное. Вот. А где, где факультисты? Обоса. Факультист выпадет. А обос. Абазозус. Давай. 29 тысяч самов осталось. Нам выпадает укротитель. Ледяной феникс. Какой по счету? Елки-палки. Че, шанс подняли на ледяного феникса? IGG, признавайтесь. Вы че у вас там? Как там? Как там у вас? Все хорошо там по-доброму? Варлок. Махатма. Ну, как бы, камон, укротитель. Слушай, Седна не хватает, Седна не хватает. Ну, серьезно, Седна, Седна. Какой ты там Седна, понимаешь? Седна, Седна. Ты где? Махатма второй раз падает. Скиталец второй раз падает. Ну, чё ты, ну, камон. Ну... Фрея. Слушай, падает все, что угодно, но ненужные герои. Ворожей.
Нет, ну а чё Седну дать, да? Или Бугимена, к примеру. Ладно, не хочешь давать Фобоса, не хочешь давать... Вот просто, знаешь, вот не хочешь давать, ты как такая тёлочка Динамо, короче, не хочешь давать, да? Он вот тут самоцветы вложили в тебя, а ты как бы динамишь. Давать не хочешь. Ну дай ты хоть что-то там, Буську какую. Бугимена там, к примеру, Седну. Ну камон, 388 тысяч силы у парня, у него нету Седна. IGG, это серьезно? Землеройка, кстати говоря. Она вроде бы была, Трифит. Землеройка вроде бы была, друзья. Землеройка была. Да, ну конечно же, землеройка была. А если бы ее не было, то фиг она выпала бы. Фиг. Слушай, что-то, конечно, с шансами выпадения. Давненько я не... Ой, блядь, я не знаю. Ну, о боже, я уже думал, это никогда не произойдет. Спасибо. О боги. Баланс дело тонкое. Главное не переборщить. IGG, вы не переборщили. Спасибо вам. Большущее, просто огромнейшее. Я в честь вас, во славу IGG и всех шлюх, которых вы трахаете после того, как выпускаете обновление с донатным говном, вот я вас просто прославляю вот во имя вас и ваших шлюх. Вот. Я очень рад. Разработчики, тестеры, молодцы. Молодцы. Красавчики. Вот. Интересно, в Китае или в Сингапуре, где там главный офис IGG, там проституция разрешена или нет? Такое. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Командора выпала. Так, у нас еще 12 тысяч самоцветов. Ну да, как бы она Седну дала, что он там, Бугимена даст вообще? Вот, даст, не даст. Даст, не даст. Арес. Вот. У меня даже музыка закончилась. А шо у меня музыка закончилась? У нас должна музыка вечно играть. Она не должна у нас заканчиваться. Давай еще недостающих героев. Давай, рандомчик. Дедушка, дядюшка, рандомчик. Химера, ты серьезно? 2020 год. 2020 год. 2020 год. Друид, ну камон. Ну ты шо? Ну 5000 самов осталось. Давай зайдем на склад. Ваши подарки откроем. Тут всякие легендарки. Легендарочки. Ой. Это, понимаете, это супер актуальная карточка. Ну, посмотрите, оттуда падают снеговики. Ну, прям, это надо раздавать игрокам. Они ж мечтают о снеговиках в 2020 году, да? А чё бы и не да, ребят? Ну, правда? А почему бы и не да? Ну-ка. Круто. Так, ну шо, давай, 4500 самоцветов, должны еще недостающего героя выпить. Вот тут что, типа, если что-то падает, то обязательно сразу повторка должна выпасть или что? Я не понимаю, что это такое? Давай недостающих героев, заклинательница. Давай недостающих Фобоса, культистам. Бугимен на крайняк. Хотя, как бы, Бугимен уже тоже повидавший виды герой в плане актуальности. А когда-то Бугимен, ух, просто разрывал танцполы. Заходил на любую школьную деревенскую дискотеку, и все доярки были его. Вот такой вот был Бугимен в молодости, друзья. Мы добиваем самоцвета, и, конечно, в итоге мы выбили Седну. Не, ну, как бы баланс, дело тонкое. Слава яйцам, вот уже почти 400 тысяч силы на аккаунте. И у нас получилось взять... и выбить Седну. Боже. IGG храни. Не царя храни, а IGG храни. Я надеюсь, как бы там у них все хорошо, как бы. Классного ребят там в IGG. Вот. В Китае, где у них там главный офис в Китае. Сидят там, короче, о игроках думают такие, как бы нам сделать лучшую игру. Вот. Как бы нам сделать лучшую игру.
Ну что, наверное, я буду, ребятушки, прощаться с вами. Желать вам огромнейшей удачи. Вот, всех целовать в засос. Вот. Кому понравилось видео, поставьте лайк, не забудьте подписаться. Я верю, что когда-нибудь у меня будет 190 тысяч подписчиков. Зря, конечно, наверное, верю, но надежда умирает последней. Всем удачи, друзья. И пока.